Ремонт водовода затянулся в поселке Березовом Солнечного района. Так считают местные жители. Уже четвертый месяц они терпят неудобства. Централизованную подачу воды включают на короткие сроки. Особенно тяжело стало с приходом холодов. Подробности у Данила Маевского. Холодную воду в Березовом дают по расписанию. Сейчас, судя по объявлению на подъезде, как раз время пополнить запасы. Пустой кран житель дома Наталья Валуева снимает на телефон, чтобы после предъявить коммунальщикам. Перебои с водой в Березовом уже четвертый месяц. По графику дают, а тоже мы почему забили тревогу, потому что вообще и по графику не давали, вообще по одному часу, по два в день всего. У меня у сестры стиральная машина полетела, включила. Да, получается, до отжима дошло, воду перекрыли, и все, она у нее зависла ни туда, ни сюда. Проблемы с подачей воды испытывают несколько десятков благоустроенных домов в поселке. Началось все с крупного коммунального порыва. Сотрудники ЖКХ признали, что сети аварийные, и начался глобальный ремонт. Сейчас коммунальщики упрекают сельчан в нетерпении. Мы меняем новый водовод. Периодически скважины отключаются от работы. Приход маленький, небольшой, а расход у людей, ну как, расходуют же воду. Из-за этого воды мало в резервуарах, поэтому приходится нам график делать. В Березовый завезли новые трубы. На объекте трудится бригада ремонтников из поселка Солнечного, который считается районным центром. По прогнозам коммунальных служб, более стабильная подача воды в дома возобновится с 6 ноября. Алла Баковкина, Даниил Маевский для программы «Новости».